Божественную литургию возглавил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, а сослужили ему благочинной церкви Видновского округа Дмитрий Березин, настоятель храма Павел Крысанов и духовенство благочиния. Храм, посвященный великомученице Марине, единственный не только в Москве и области, но и в России. Первая божественная литургия прошла в 2014 году, а 7 лет назад он был освящен. Здесь постоянно растет число прихожан. И на престольный праздник церковь едва вместила всех желающих помолиться. Благословение Божие в нашем теперешнем мире, наверное, требуется всем и каждому. Хочу помолиться о себе, о всех нас, о детях, о людях, которые там, о мире, во всем мире.